Всем добрый вечер. Иду кормить бездомных котов. По пути покажу вам. Ой, сколько куча. По пути покажу вам, какие в магазине находятся свиные ножки. Это прошутто крудо. Такие. Не каждый день. Но когда у меня есть желание, я вижу, что у них ничего нет. Сегодня увидела маленького котенка, белоснежного, очень красивый, и был он здесь. Сюда приходит одна женщина, Эмилия ее зовут, а вот они играют, и вот она оставляет здесь водичку. Вот здесь, смотрите, хрустики. Покажу вам. Вот так они, вот, насыпаны. А, вот она ждет, вот стоит. Скорее, давай, иди сюда. Сейчас подойдет. Давай, иди сюда. Сейчас они все придут. Там их очень много. Так. В общем, чтобы не трясти камеры. Вот такой корм для котов. Это я покупаю своим котам, которых у нас три. А вот он, красавчик. Смотрите, пришел все-таки. Вот он, красивый какой. Красотулькин. Вот такую я принесла тарелку. Не подумайте, что это прям специально я принесла. Она здесь с одной стороны. Вот. Где-то. Ну, вон битая. Видно. И вот сейчас мы ему дадим. Вот они уже подходят. Они уже подходят. Там вторая на подходе. Вот. Сейчас мы ему дадим корм. Скорей! Давай. Скорей, скорей, скорей. Ой, какая вкуснота. Скорей, давайте. Приятного аппетита. Ну. Боятся. Не бойтесь, не бойтесь. Он такой красивый, вот этот маленький. Белоснежка. Красотулькин, ты красивый-красивый. Какие у тебя глазки красивые. Какой ты красивый. Смотрите, какой красавчик. Ну, они, видимо, уже хорошо поели. И вот у них стоит водичка. Я показывала, наверное, уже. Куда ты собрался? Так что, если вдруг кому нужны котики, смотрите, они здесь каждый день, каждый вечер. Я не могу взять ни одного из них, хотя вот именно этого я бы взяла, потому что у нас дома три кота, три. А вот еще один идет, а этот вообще красавец. Очень красивый. Смотрите, какой у него окрас. Вот. Направляется прям такой деловой в тарелке. Привет! И прошел, даже не поздоровался. Во, даешь. Привет, красавчик. Ты красавчик. Деловой очень. Очень деловой. Ну, в общем, и в Италии тоже очень много бездомных котов, несмотря на то,
что здесь работают службы волонтеров. Так он важно идет. Так он важно идет. То ли меня боятся, не знаю. То ли уже наелись. В общем, что-то. Сейчас он начнет. Да, скорее всего, боятся меня. Начинает хрустеть потихонечку. Такой хвост у него пушистый. В общем, всем вам всего самого-самого наилучшего. Не обижайте животных. Если есть возможность, налейте им водички хотя бы, как минимум. Вот водичка стоит тоже в стаканчике. Поставим ее поближе. Нет, они найдут. А вот он такой красивый, тоже красивый. Ты красивый, красавчик. Какой хороший. Боишься? Нет, я не буду близко подходить. Тоже красивый молодой котик. Но они все-все дикие. Они все боятся. Вот я приближаюсь, и он уже весь-весь начинает нервничать. Вот. Все. Не буду больше. Не буду. Ну, хочу сказать, что все ставят свои автомобили на улице. Ну, в общем, на юге здесь у них автомобили у итальянцев в очень плачевном состоянии. Вот как этот, например. Слушайте. Вот еще одна кошечка идет. Оп! Привет! Привет, привет, привет! Тоже молоденькая. Такая молоденькая. Красавица ты! Ку-ку! Мордочка черненькая и с белым пятнышком. И белый воротничок у нее. Да? Тебе белый воротничок, не бойся. Но они уже, видимо, наелись. Потому что есть только белый кот. Вот у них здесь и когтеточка. И все, что хотите. Сейчас ей это подойдет. Шипит на нее. Шипит. В общем, такие бездомные, красивые коты. Всем пока.